25 марта 2018 года, 10 часов 11 минут. Футбол, чемпионат мира по футболу 2018. Бывший футболист Мюнхенской Баварии и сборной Германии Лотар Маттеус считает, что национальная команда Англии пока не готова к участию в чемпионате мира 2018 года в России. «Мне нравится английская команда, в ней есть много талантливых молодых игроков, они показывают хорошие результаты на уровнях U-21, U-20 и U-19. Думаю, это очень помогло основной команде. Также большой вклад вносят и сильные клубные тренеры, такие как Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Думаю, игроки могут получить ценный опыт в работе с такими специалистами, но сборной Англии нужно время, им еще рано выступать на этом чемпионате мира. Чувствую, что через 4 года в английском футболе что-то может измениться как на международном уровне, так и на клубном», — приводит слова Маттеуса Sky Sport News. Гол Лингарда принес Англии победу над Нидерландами. Источник Sky Sport сообщить об ошибке комментарии.